Кем бы я стал, если бы не выбрал театр? Космонавтом, архитектором, кондитером. В каждом выпуске «Современник» с современником артисты знакомятся с представителями разных профессий и пытаются понять, кто они – современники, меняющие нашу реальность. Алена Бабенко, актриса театра «Современник». Балет всегда был в жизни Алены. В детстве и юности она восхищалась Майей Плисецкой. Сегодня Алена востребованная режиссерами и любимая зрителями актриса. А свою непреодолимую любовь к танцу она умело реализует как внутри театральных постановок, так и в своей обычной жизни. Алену можно увидеть на сцене в спектаклях «Пигмалион», «Время женщин», «Собрание сочинений», «Осенняя соната». В общем, на самом деле я очень волнуюсь, потому что такой серьезный день, потому что скоро придет человек, который мне очень важен, нужен, которого я люблю, с которым я познакомилась примерно 3 года назад, когда театр Бориса Эйфман привез в Москву свои спектакли. Я посмотрела их 3. Ну, моя любовь с детства, она нескончаемая, по-моему, бесконечна. По-моему, я с этой любовью и умру. А поскольку я в спектакле, в своем любимом спектакле «Время женщин» стою на пуантах, потому что эту мечту мне удалось осуществить, и у меня есть небольшой танец, то мне не безразлично, какой он, как я его танцую, и я всегда хочу добавить что-нибудь новое. И вот Любочка Андреева, ведущая солистка театра Бориса Эйфмана, сегодня согласилась прийти сюда и помочь мне в этом деле. Алена, говорить можно много. Пойдем уже. Давай, переодевайся и пошли. Я тебя жду. Да? Быстренько. Пуантики и разогреваться. Любовь Андреева, ведущая солистка балета Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Лауреат премии «Золотая маска» и премии «Золотой софит». Увидеть любовь можно в спектаклях «Эффект Пигмалиона», «Роден, ее вечный идол», «Up and Down». Я танцую не просто на пуантах, я танцую в этих носках. Кстати, можешь мне дать мои носки, пожалуйста? Я вот в этих танцую. Я тебе вот эти дам. Они чистые, честные. Меняемся. А почему в носках? А, потому что моя героиня, она деревенская. И я просто предложила такую версию режиссеру, поскольку мне хотелось всегда на сцене когда-нибудь один раз, знаешь, встать на пуанты. Я уговорила, предложила такую версию, что когда она мечтает, когда она умирает, моя героиня, она встает на пуанты. И я нагло и беспардонно, купив пуанты сама, самостоятельно, как подобрала, какие смогла, приходила на репетицию, надевала их и надевала сверху носки, чтобы он не видел. И я так немножко... ну, я же деревенская, понимаешь, в носках самое то. И я туда это самое спрятала, ходила. И он так говорит, ну, ладно, я согласен. Почему мне специально, я тебе объясню, видишь, у меня нет взъема. Вот я мечтала быть балериной, да, но я бы, наверное, туда не попала, потому что нет у меня ни природной растяжки, ни взъема, ну, ничего, не на чем стоять. Ну, чтобы стоять, да, потому что я стояла, и у меня нога-то не заворачивается, мне надо как-то стоять на них, понимаешь, поэтому я... Просто надо вываливать. Ну, я, конечно, вваливаю как-то. Это вваливать, это как? Покажи. Вот туда, да, все правильно, туда. Но... То есть ты стоишь, ну вот если на полупальце, то есть ты стоишь сюда, тебе нужно стоять вот сюда. Ну, для этого я тебе говорю, это нужно... Ну, и они дубовые у тебя. Их нужно именно сломать вот здесь. Стельки. Ну, ты думаешь, вот для моей ноги, которая без взъема, это поможет? Так, конечно, поможет. Это дело в стельке, а не в подъеме. К сожалению, есть же балерины и без подъемов. Да? Да. Почему я этого не знала раньше? Ты меня раньше не спрашивала. От меня нет никакого набора тех самых. Я ставлю музыку. И что у меня тело захочет сделать? Головой ли я захочу? Или руками? Ну, ты слушаешь или свое пошевелиться? Тело, да, или вали оттуда? Нет, уже у меня есть уже прям определенный стандарт. Да, стандарт. Всегда начинается с пола. Сейчас я не лягу. Но это всегда вытяжка спины. Всегда. То есть вот я ложусь... Переворачиваю все, ногу. Да. Я прям ты тяну вот так ноги, руки. Знаешь, такая диагональ вот должна быть. Диагональ. И включаешь, как звездочка, в разные стороны. Две морские звезды. Потом ноги, колени вытянутые. Включаем внутренние мышцы. Вот разворачиваю. Вот то, что ты говорила, выворотность. Стопы.
А сколько ты по времени делаешь разминку? Вообще разминка у меня, ну, минут 20-30 стороны. Ну, это я делать не буду. Это мы делать не будем. Ну, немножечко сделаем, ладно. И потом сначала полушпагатики. Рот, вот, вот туда. А, вот, вот так, да? Да. Угу. Тебе придется только потом открыть ногу. Да? Да. Отпускай руки. Уходи вот в попу. Мне сейчас все. А вот скажи, скажите, пожалуйста, Люба, а можно ли в нашем возрасте начинать заниматься балетом, если ты его так любишь? Очень много всяких групп, когда приходят и в возрасте, и вообще никогда не занимавшись балетом, и вот они хотят для себя там и на пуанты встать, и пируэты. Понятно, что, как говорит наш Борис Яковлевич, танцевать можно, смотреть нельзя. У тебя есть ощущение, как быстро ты теряешь форму? Это за же три дня можно потерять форму. Хорошая форма хоть за три дня. Но так здорово, что вы, получается, и репетируете, и играете спектакли на одной сцене. Ну да, в смысле репетирую, ну да. Ну, просто мы репетируем в балетном зале с зеркалами. Нет, у нас есть репетиционный зал, понятное дело. Здесь мы играем. Зеркала, станки. Всегда так сложно, когда ты давно не выходил на сцену. Mm-hmm. Ты выходишь и ищешь себя в своей же хореографии. Потому что, когда ты держишься за зеркало, ты можешь усовершенствовать свои позы. И ты понимаешь, куда нужно довести ногу. Или, наоборот, не так ее сильно там, поднимать. А потом ты выходишь на сцену, особенно если это новый спектакль, там, да. Вот только-только мы сейчас будем его играть. Тебе зеркала не хватает. Тебе не хватает зеркала, потому что ты не понимаешь, доделал ты, не доделал ты. И это всегда очень сложно. О, подожди, это очень... Короче, это танец, когда моя героиня, она умирает и говорит о своей мечте. Я бы в коммунизме мечтала бы пожить. Взглянуть, ну, хоть одним носком... Ну, раньше-то так прикидывали, а теперь точно определились. Через 20 лет, и все у них по-иному планируется. Стирать и товить машинами. А где они их поставят? А, зачем же там? Зачем же на улице? Они вот здесь поставят прям, по домам. Например, где? Вот здесь. Зачем варить? Варят что, суп? Картошку, а не шоколадные конфеты возьмут, и у них все будет. А пенсии где? А пенсии отменят. Они вообще все обещали свободно давать. Будут, и деньги вообще отменят. Ой! Вам уже не могу крутиться. Дын-дын-дын, кручусь-кручусь. За ними самый мой нелюбимый момент. И уже все, и конец этого танца. В чем вопрос? Поскольку я очень люблю этот спектакль и мое... Стояние. Мечту, которую осуществил, что на пуантах, спектакле. И поэтому мне нравится добавить какой-нибудь элемент, например, новый. Прыжок ли это будет там? Или еще что-нибудь? Что можно, но с моими хилыми способностями? Ну, вот прыжок Китри был неплох. Китри? После конфет. А они вот эти шоколадные конфеты возьмут... И у нее все будет, да? Она скажет, а пенсии куда? А пенсии отменят. Вот, да? Конечно. Как раз отменят. Да, отменят. Детская радость Китри. То есть я хочу какой-то кусочек здесь больше занять, не крутиться там. Так, а можно же... ноги позадирать, держать за стулья? Нет? А можно и не просто, а можно как-нибудь там и вот так. Угу. Здесь, сюда. О, может так сделать, правда? И вот так. Вот, да. Да, допустим. Перейти, да-да, тогда через да. Раз. Вот. Раз. Хоп. Да. Левой. Шаг, шаг. И раз левая. Значит, можно право сюда. За ними да. Сделать? Да. Да. Все равно нога видна. Оп. Вот. Раз. Два. Три. И вот так, как бы через нее, и прям можно даже опуститься сюда. То есть ты можешь и вот так сделать. И вот телевизор. Ага. Сейчас. Вот этой ногой, как ты пошла, да. Начинаю, да? Да. Перехожу. Эсмераль, и делаю это же. Оп. Если так, вот и сделала пам, шаг, на нее же как бы. Вот.
Да? К телевизору. Окей. От меня в детстве прятали хлеб. Просто прятали хлеб. Ты тоже любила хлеб? Я до сих пор просто мучное, это вот нельзя. Но если это булки... Я обожаю. Но я булки не люблю, я люблю хлеб. Хлеб, булки, нет. Свежая выпечка, она же так пахнет. Она прям манит. Вот тебе история из детства. Мне дают 20 копеек, иди в булочную за хлебом. Я иду, а он теплый. Такой рыхлый, теплый, вкусный, понимаешь? И ты идешь домой так. Ну, я немножечко сейчас корочку съем, и все, больше не буду. Одну горбушечку, вторую горбушечку. Да, все а уже. Так ты вот приносишь мякоть. Так вот треть хлеба, мякоть сожрать, да? Жрать. Жевать его, жвачка, не же вкусно. Короче говоря, у меня все время влетало за этот хлеб. А я еще и шла, и в это время я мечтала. Ты понимаешь, я переставала замечать, сколько я съела хлеба. Он как бы таял у меня во рту, как будто ел мороженое какое-нибудь, конфеточку какую-нибудь съел. Знаешь, раз, и хлеба нет. Мама, а где? Я говорю, не знаю. Кстати, это интересный вопрос. Люб, ну чего, мы с тобой уже потренировались, порепетировали, или что мы делали, порастягивались? Мы много сегодня уже что сделали. Пойдем пожрем. Кстати, балерины вообще едят. Не отвечай мне на этот вопрос. Потому что у меня сразу рождается много вопросов. Мы должны как-то развенчать какие-то мифы, либо их добавить сегодня. Давай. Задача нам с тобой набрать какую-то твою вот личную корзинку, вот что ты любишь. Понимаешь, как бы люблю и ем немножко тоже разные вещи. Но здесь есть то, что мы можем приобрести, например, да, твою корзинку? Да, это, допустим, бананы. Бананы, да. Чтобы не сводило ноги. И за 2 часа до спектакля я всегда съедаю 1 банан. Теперь я буду есть бананы, там хотя калий. Их не люблю. Потом грейпфруты. Я всегда ем 1 грейпфрут в день. А почему мы с тобой не пошли за мясом? Я вообще есть хочу. Мясо я ем раз в месяц, заставляя Господи, себя. Господи, какой-то кошмар, а. Это не понимаю, все ЗОЖи, диеты. А вообще болеть как едят? Вот так вот питаются, да нет, святым духом? Нет, я люблю булки, и я люблю хлеб. И тоже ем макароны месяц? На ночь. На ночь? Да я ладно. Я ужинаю только... Ну вот я не ем ни завтрак, ни обед, я ем всегда ужин. А что ты ешь с макаронами? Кетчуп. Подожди, а маслицем полить? Ну, как-то нет. Сырком посыпать? Нет. Сыр я могу отдельно. Например, такой... А, ты не ешь рыбу, я вообще да? люблю раздельное питание. А-а-а. То есть, если сыр, это сыр. Если это макароны, это макароны. Смотри, какой красивый. Вкусные гранаты. Он да, прям дайте такой красивый. Дайте-ка нам 1 гранат на двоих. Первое, второе, третье, компот такой полный, ну, рацион. У всех разная конституция. Я тебе могу сказать, что у нас есть такие балерины, которые перед спектаклем кушают и первое, и второе, и третье, и компот, и шоколадку. Я в день спектакля ничего не могу есть, потому что я понимаю, первая же поддержка вниз головой, мне может стать плохо. То есть ничего существенного мы сегодня не возьмем. Картошку мы не возьмем, макароны вечером, а суп какой? Ты любишь суп? Бульон, я же не жирная. Но единственное, что я там готовлю уже, чтобы было много мяса, чтобы у меня муж ел это как первое, второе. Ты же мясо не ешь? Но он-то ест мясо. А ты бульон? Бульон запросто. Ну вот, как мед. Сегодня это у нас первое, второе и третье. Слушай, может, не пойдем никуда отсюда? Ну, с миру по нитке, голому рубах сейчас. Ну, Даринечку возьмем там. Ты выпиваешь, скажи? Редко, очень редко. Ну, что ты любишь? Если я пью виски. Виски и шампанское. Вот. О, шампанское, да. Что странно, мы с тобой едим, сходим. Не едим. Я ничего. Люблю, вот, кстати, квашеную капусту. Квашеная вот, капуста смотри. Это прекрасно. Мы хотим у вас капусту купить, квашеную. Ушли? Квашеная капуста ускакала. А вот, посмотри, вот да, классическая, да? Да, да, да. Давай, здравствуйте. А мы хотим у вас квашеной капусты купить. Спасибо большое. Да. Давай, держи. Сейчас Самсонов вам дам. Ты понимаешь, что можно вот, преимущество рынка? На 100 рублей можно чего поесть. Чего налить? Выпивать. Соображать не будет? Нет. Соображать не будем, спасибо. Будем. Ну ладно, тогда рассол. Ну ладно, не надо. Сегодня обойдемся без рассола. Завтра с утра приходи. Да. А ты водку не пьешь? Никогда? Никогда. Не любишь? Пробовала? Пробовала. С сальцем. Давай, за что выпьем, а? За здоровье.
Маски сняли? Ну, здоровье, правильно. Сейчас ну, самое... что еще? Самая актуальная тема, правильно? Это здоровье. Да. То есть ты режешь, да? А я не буду резать. Я должна сначала посмотреть. Я буду вот так прям внутри. Раз. Прям вот оторву. Я вообще люблю есть руками. Обожаю. Ну что скажешь? Это как голодная, что мне сейчас все вкусно будет. Как это? Ты не наелась финиками и квашеной капустой? Ой, да. Что за веер? Ну такой веер просто. С подвохом, да? Есть такое дело. Слушай, накопились вопросы. Люди спрашивают, люди интересуются, это уже хорошо. Я не знаю, чем они интересуются, мы сейчас узнаем с тобой вместе. Ну, я предлагаю просто из веера, знаешь, как в детской игре, вытащить. Опа! Ну, конечно, из центрального сразу читай. Артисты балета очень рано выходят на пенсию. Действительно, у артиста кардебалета стаж 20 лет. У солиста 15. Но всегда есть маленькие «но». Если ты уже не очень хорош своей формой, угу. профессиональной, или внешне, тебя могут попросить раньше покинуть как бы свой пост, но так как ты все равно должен доработать, угу. тебя могут там то педагогом, могут в Виманс перевести. Ну, как бы ты все равно будешь числиться как артист балета, но уже не танцевать. А если ты наоборот еще хороша? Ну, танцуй дальше. Танцуй дальше, да? Пока у тебя просто не закончится этот срок. Ну, давай. Ну, давай будем посерединке доставать. Балерины не заводят детей. Ну, почему же заводят детей балерины? У многих балерин там и по четыре. Ну, что, не заводчица, что ли, заводить? Ребенка. Все зависит от того, как балерина готова к этому. Я, если честно, прям жалею, что не ушла вовремя в декрет. И сейчас, когда уже такой возраст, что тут уже как бы молодежь на пятки тебе наступает, а с другой стороны уже и возраст поджимает. Да. Вообще трагическая. Это вообще трагическая вещь. Ладно, идем к следующему вопросу. Давай, вот теперь с серединки. Давай. У всех балерин больные ноги. Да. Спины, ноги, головы, нервы, сердце. Душа. У всех у артистов все болит, начиная с души. Да. С возрастом эта деформация дает о себе знать. Почему? Потому что артисты балета очень рано выходят на пенсию. Все не просто так. Но не только артисты, а спортсмены, фигуристы, гимнастки. Все, что связано с нагрузкой, конечно, к сожалению, деформирует наше тело. Ну, тут выбирай сама. Ой, подожди, сейчас я перевожу. Давай, какой тебя вопрос больше интересует? Меня? Сейчас скажу. Ну, хорошо, я выберу этот. Он примерно как-то... Планты причиняют боль. Мне кажется, на этот вопрос могу ответить не только я. А если на сцене боль во время спектакля? Если совсем, как бы, ты понимаешь, что не можешь продолжать, идет замена. Прямо на спектакле? Да. Со мной лично было связано. Меня один раз заменяли во время спектакля. И второй раз мы заменяли. Наш состав заменял другой состав. Целиком? Да. У нас меняется целиком. А, это интересно. То есть, если вылетает... То есть запасные сидят на скамейке? Да, да. И ждут, если что, вдруг, если да? Если что, ты вот так вот просто раз должен влететь... Костюм. И зритель должен этого не заметить, как бы, да? Ну, как бы, да. Все балерины ужасно заносчивы. Это вопрос или скажи, утверждение? Скажи честно. Ну, честно скажи, Лю. Ну, просто честно скажи, да, и все. И не будем мучиться. Давай. Да? Есть хочется, остывает еда. Прекрасная программа. Мы пошевелились, поговорили, поели. Не выпили, к сожалению. Ну и что? Ну и что? Ну так бывает. Бывает. Любочка, я так рада, что ты пришла. Я вообще рада, что мы с тобой знакомы. Жду, когда я теперь все это увижу. Я жду, когда посмотреть твой спектакль «Эффект Пигмалиона». Тебя, да, приглашают тоже на «Пигмалион». Ну и на время женщины ты должна как-то мне обязательно оценки поставить. Да, тройки да. поставишь ну, хотя бы. Ну, тройки. Хотя бы. Я думаю, ну, что хотя... ты... Когда спектакль? Я тебе скажу тихо. Хорошо, ну ладно. Ой, кстати, слушай, я забыла. У меня же для тебя подарок. Сейчас. Красные планты? Почти. Почти. Отгадай, какого цвета? Черный.
Правильно, белый. Правильно. Короче, я тебе дарю. Современник. Смотри, ну почти черный, я угадала. Ну почти черный. Почти, да. Это твой любимый размер, XS, как говорится. Спасибо большое. Ну тогда подожди, теперь держи. Ты же сказала, что Роден. У тебя тоже как бы случайно, да, подарок оказался? Ну, у меня как бы не случайно, но случайно, что это именно спектакль Роден. Ой, это вообще мой любимый. Это фильм-балет? Мой любимый. Так что ты можешь теперь каждый день любоваться моим телом и спектаклем Бориса Яковлевича. Я, конечно, ну ладно. Но там не только. Я буду учиться, не любовать, там же не только мое учиться. Держи. Все? Ченч? Ченч. До новых встреч. Да. Это очень давай, мы всегда с тобой на связи. Хорошо. Если что, видеосвязь, и будем растягиваться. Да. Окей. Тын-тын-тырин. Ну и последнее, если хотите посмотреть, что у нас с Любочкой получилось, приходите на спектакль «Время женщин». Все, мне некогда, камера, стоп, мне нужно репетировать. Пока, ребят. Спасибо.